Здравствуйте, дорогие зрители! С праздником вас, Преображением Господним! Сегодня же отмечается Яблочный Спас. Некоторые зрители нас спрашивают, это случайное совпадение двух праздников или они как-то связаны между собой? На эти вопросы отвечает игумен Серафим Ляхов, клирик Германовского собора города Ульяновска. Братья и сестры, 19 августа мы отмечаем один из главных 20-х праздников Преображения Господня. А в народе он называется Яблочным Спасом. Возникает вопрос, почему его так называют? Просто в России к этому времени, к празднику Преображения Господня, поспевали яблоки, поспевали ранетки, груши ранние сорта. И по традиции, чтобы вкушать созревшие плоды, благочестивые наши предки приносили их в храм для освящения. И поэтому в народе праздник Преображения Господня называют еще Яблочным Спасом, потому что появилась такая традиция благочестивая в этот день приносить вновь произращенные плоды и освящать их перед употреблением в пищу. То есть это такая благочестивая традиция, а в народе праздник Преображения Господня получил название «Яблочный Спас», потому что именно в этот день наши предки освящали яблоки.